лед движется, и вода прибывает немного. У тебя тут тоже льды такие стояли выше. Да, здесь были, да. Ну и дом. Потом я уже это там на горе смотрю и это. Постройки вот здесь недалеко были, бани, людей-то были. Сарай, там, говорю, мой дом давил, и говорю, его понесло метров, наверное, 7-8 потащил, тут туалет, там он остался. Вот так вот, на крайне тоже. Так, дом старый, фундамент уже, был фундамент нормальный, может, еще не очень, а то уже старый, уже гнилой был дом. Так у вас здесь две улицы, да, полностью снесло? Ну, вот это вот, до сюда было, и там дома стояли, вот, ну, вот были дороги. Mm-hmm. Это... А потом, когда вода-то упала, и льды кругом были, это... Я заходил, смотрел, что здесь, что осталось. Дом. Залазил под дом, а все равно, ну, это... Страшно под дом-то залазить. Думаю, как рухнет еще. Пришел, вот здесь койки вот так смятки все, вот три койки были. Да и вещи здесь кое-какие нашел. А остальное так-то, это... Льдом поломал, что там было. А потом... Летом, думаю, надо дом строить. Думаю, жить-то надо что-то. И думаю, пока я там помогать будет лучше, я сам, ну, сам на себя надеюсь. И это... Мужики здесь у меня помогли. Два парня. Сам все делал. Ну, доски-то, все это... Ну, и мне не хватало потом шифера, да. Да и гвозди там старый гнешь опять и забиваешь. А гвозди и краски ничего не было. И... Не, бел, не белить ничего, и сам, сам кое-как, вот, думаю, может, найду где-то краску, да, и летом время будет. И все равно работы-то много, вон, сколько досок мне приплавило, навалило, я их складывал, ну, отдельно, где хорошие выбирал, думаю, доски все равно пригодятся, ходят. Баню строить, там, пристройки, сараи всякие. Ну, я до осени-то успел, осенью отсюда дров наколол, воды ему принес, он, бочку. Думаю, я ушел, думаю, сестра помогать будет, а сам с братом мы в лес ушли. Людей не спроси ничего сама. И на варахаем батаноху, и на варахаем батаноху, доды туля рахтари тохолю. Домики это сделали щитовые, но насколько они хватит, эти щитовые дома, трудно сказать. Они долго не просуществуют, поэтому сегодня уже думать надо о будущем поселке. Эти домики обошлись, к примеру, из АОС, и это прилетело 13 миллионов. А какая проблема по тому поселку по-старому, который остались, который в 66-м году снесло и построили дома? Они сегодня практически тоже вышли из строя. Там нет ни одного... Они все аварийные дома. Все аварийные дома. И их надо, и их тех людей надо переселять. Тех людей. Поэтому сегодня уже надо думать о том поселке. Нет школы, нет больниц. Нет магазина, нет детского садика, это все-то надо делать, нет общественной бани. А сегодня, видите, проблема воды, проблема света еще не полностью решена. Где найти эти средства? Ликвидация наводнения, мы только, вот, наверное, лет через 5-10 мы только закончим его. Главный вопрос сегодня, как мы войдем в зиму? Где или в норах будем жить? Или хоть какие-то дома построить. Губернатору округа дам пилораму и стройте так, как хотите. Женя, погоди. Тихо ты. Я вас перебью. Когда я газет пишу, что у нас уже строительство здесь началось. Да. Ну что, Витя, твой-то дом под наводнение не попал? Нет, у меня старый дом. Вот сейчас людям нынче построили вот эти дома. А вот мой где-то старый, его еще где-то около 65-66-м. Еще моему отцу дали вообще когда-то. Вот лучше бы он тоже, ну, он старый, на столбах держится просто-напросто. По ночам вот трещит, и как бы я еще шучу, говорю, парашют надо. Что в случае чего, он высохнет, говорю, чтобы выпрыгивать с парашютом через окно, когда он начнет рушиться. Ну, короче, лучше бы мой тоже дома затопило, да его несло бы. Привет, Езенки. Здравствуй, друг Миша.
Пишет тебе друг Николай. Сперва себе. Живу нормально. Здоровье отличное. Недавно пришел с тайги. Ходил проверять путики, капкан. Ходил совсем плохо. Отца здоровье нормально, мне женился. Летом приеду в гости, а то каждый год обещал. А так жизнь идет понемногу. Ну. Асанос, это тоже охотник, молодец. Посмотрите, как красиво звучит нянь. Ня. Это хлеб. Ток. Ток. Топор. Топор. Давайте закончим урок. Так, сели правильно. Ребята, значит, сегодня день, который мы видим, сотворил кто? Бог. Бог. Господь. И мы с вами учили, что этот день сотворил Господь. Господь нам дает сегодня день, что мы сидим за партами, учим свой родной язык. Вот. Так. Споем? Да. Давайте три, четыре. Кирилл, Кирилл, дубль есть, о, дубль есть, о. Матаген, матаген. Приехали. Я очень рада, что по Божьей воле здесь учились. Вот который весной, когда было страшное стихийное бедствие, привозили сюда самое необходимое, что нам нужно было людям, пострадавшим от этого бедствия. Забыл, поздравляю тебя с Новым годом. Желаю твоей семье здоровья, успехов в жизни. Всегда будь жизнерадостным и счастья.